30-й тур футбольной национальной лиги прошел в эти выходные. На своем поле «Химки» принимали клуб из Нижнего Новгорода. Соперник сильный. Нижегородцы – претенденты на выход в премьер-лигу. Первый тайм команды сыграли в ничью. После перерыва гости перехватили инициативу и дважды поразили ворота химчан. Два в пользу гостей. По словам главного тренера «Химок» Игоря Шалимова, у команды не получилось, игра в короткий и средний пас, а к пропущенным голам привились собственные ошибки. На следующую игру в состав внесут изменения. Химчане расположились на 14-м месте в турнирной таблице. Впереди еще 8 туров, чтобы отыграть несколько позиций и избежать вылета из ФНЛ. Следующий матч у химчан на выезде. Игра с «Армавиром» 13 апреля.